ума сойти. Так вот какие эти дома вблизи. Такие высокие. Что тут случилось? Власти разбомбили окрестности карантинных зон. Надеялись прибить побольше зараженных. Помогло. Ненадолго. А это что за звук? Тесс, ты слышала? Да, но вроде бы далеко. Черт. Тут опасно? Пока нет. Идем. Ого, нифиговая пропасть. А вот и Капитолий. Да, нам придется обойти. Это типа центр города? Ага. А теперь тут пустой. Сюда. Эй, Тесс! Иду! Его разорвали. Да. Труп еще свежий. Это плохо? Вероятно. Пойдем-ка отсюда. Еще один. Черт. Похоже, они не дождались подкрепления. Зараза, щелкун. Жуть. А с лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они... слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Как летучие мыши? Как летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. Черт! Все здание на честном слове держится. Пригнись! Просто охренительно. Ну-ка, помоги. Поищем припасы. Черт! Вот это жесткач! Это точно. На, подлечись. Благодарю.
Ну все, валим отсюда. Что ж такое? Глянь, есть ли там проход. Чисто. Давай, Элли. Ну все, лезь. Давай. Так. Ага. Так. Теперь давай. Так. Щелкуны? Черт. Скорей, скорей. Вроде все. Элли, ты как? Стремновато, конечно. А так порядок. Пошли. Секунду. Теперь вы, дамы. Давай. Не стой. Прохода нет. Полезем обратно? Охренительно. Просто не смотри вниз. Ты это серьезно? Останься с Элли.
Все, спускайтесь. О, ну даешь, Джоэл. Пошли отсюда. Вперед! Погоди. Так. Видишь, все путем. Ну, не тормозим. Осторожно. Я тут подумала, вернем оружие и сможем немного пожить спокойно. Что я слышу? Ведь ты сам всегда предлагал залечь на дно. Да, ты все не соглашалась. Ну, теперь соглашусь. Поживем, увидим. Сюда. Глянь на рукав. Цикады. Да. Похоже, дела у них и тут хреново. Надеюсь, у Капитолия нас все-таки встретит.